За жирными коровами следуют тощие. За тощими – отсутствие мяса. Генрих Гейне. По басенке. Однажды лебедь, рак и щука, то детство раннего наука. Мне выпало родиться в ту эпоху, когда евреем быть сродни пороку. Прошли года, сменились нравы у плебеев. Сегодня взападло не быть евреем. Теперь на каждом засранном углу узбек с хохлом давясь едят мацу. Как тяжко детям низости и пьянства менять на склоне лет привычки рабства. И все же теплится надежда у народа создать подобие человека из урода. Порою ухмыляешься в усы, ведь первые премудрости верны той басне, что рассказывали нам. Как ни тяни, авось и ныне там. 1999 год.